Здравствуйте! Сегодня хочу показать свою фиалочку, как она красиво расцвела, и продолжить разговаривать о любимых всем орхидеи. Смотрите, какая прелесть расцвела. Я ее посадила в такой горшочек с автополивом. Очень удобно. Налила сюда раз в неделю водички. Вода здесь показалась, и обалденно растут. Посмотрите. И вот хочу еще одну показать фиалочку. Посмотрите, как она разрослась. Цветоноса в море. Тоже в таком же горшочке с автополивом. Ну, о фиалочках после, сейчас об орхидеях. Хочу вам показать, в чем я выращиваю свои орхидеи. В принципе, орхидеям все равно в чем расти. Но эксперименты надо устраивать. Смотрите, это пеностекло. Была посадочка на моем видео. Горшочек с автополивом. Внизу все время водичка, пеностекло влажное. Орхидеи неплохо себя чувствуют. Посмотрите, какие хорошие листочки тверденькие. Цветоносик она не сбросила. Но на концах вот чуть-чуть раскуклилась. Ну, ждем. Обрезать я его не буду. Потому что у меня был случай, я обрезала цветоносик, он весь засох. Ну, там орхидейка начала болеть. Прошлое видео, посмотрите, пожалуйста, все поймете. В общем, в пеностекле мне нравится выращивать орхидеи. Очень нравится, но оно дороговатое. Если посадить все орхидеи в пеностекло, это немножко дороговато. Но я посмотрю, как она будет развивать корневую. Пока все нормально. Она уже больше месяца так растет. Пока все нормально. Ну, посмотрим, что будет дальше. Следующую орхидейку я посадила. Вот эту. Тоже в горшочек с автополивом. Но я посадила пенопластовые квадратики нарезала. Это мясо упаковывают, конфеты иногда. И вот я посадила в такие квадратики. Внизу черного цвета. В общем, какие квадратики были, в такие я и посадила. Я не искала одинаковый цвет. Здесь мне немного не хватило. Я подставила кулечком, так как она переваливается на бочок. Затем я наберу нужное количество пенопласта. Добавлю в этот горшочек. И она будет у меня расти в пенопласте. Ей тоже все нравится. Тургор хороший. Все у нее хорошо, замечательно. Тоже внизу постоянно водичка. Там нижний корешочек дотрагивается до вот той вот этой тряпочки, чтобы питалась. А сверху я не поливаю. Пенопласт абсолютно сухой. Аж шелестит. Слышь? У нее все нормально. Эта орхидейка у меня вообще без ничего растет. Внизу водичка, видите, уже надо поменять. Мутная стала. На свету стояла и стала мутная. Смотрите, как она растет. С открытой корневой. Посмотрите, сколько нарастила корней. Это корни те, которые были в горшке. Они вот черные, видите. А вот эти вот корни, которые сверху, смотрите, какие замечательные корешочки. Сколько на ней листочков. Молодой листочек растет. Это бывшая ренимашка. Вот покусанная. Но она хорошо себя чувствует. Раскуклившихся корешочков очень, даже очень много. Посмотрите, какая красота растет. Надеюсь, она у меня окрепнет скоро. И даже будет цвести. Пока нет цветоносиков. Пока только корни лезут. Вот еще один корешок лезет. Он аж пробил вот эту листочек. Ну, я не буду пробивать. Я вот так просто вставляю. И вон дырочки есть. Палочку вставляю в дырочку одну из, чтобы оно не болталось. И вот так она у меня стоит. Таким образом. Еще одна орхидеечка. А эту орхидеечку я хочу посадить. Она тоже была у меня с открытой корневой. Вот она начала раскукливать корешочки. Смотрите, какая корневая замечательная.
я хочу ее засыпать керамзитом. У меня еще ни одна орхидеечка не растет в керамзит. Сейчас я хочу засыпать ее керамзитом, чтобы она поросла у меня в керамзите. Тоже эксперимент. Керамзит я помыла, намочила. Он еще влажный. И сейчас буду засыпать ее керамзитом. Я думаю, вот так надо тоже в дырочку вставлю эту палочку крепления, чтобы она не болталась. И потихонечку буду засыпать керамзитом. И покажу вам еще одну орхидеечку, в чем она у меня растет. Не спеша, во все щели нужно, чтобы попал керамзит, потому что там очень много пустот внутри. И надо их все заполнить. Керамзит влажный, поэтому сегодня я набирать на дно водичку не буду. Поливать не буду. Через 3 дня я наберу воды, чтобы она начала пользоваться автополивом. А так она раскуклилась. Вот новый корешочек пустила с основания. В общем, все у нее хорошо. Вот так я посадила свою орхидеюшку. Смотрите, керамзит. Мне нравится. Очень хорошо. Еще камушки немножко осыпятся, станут на места. Там еще щели наверняка есть. Затем я немного добавлю керамзита. И думаю, в будущем еще мхом прикрою немного землю. Ну, извините, не землю, керамзит. Чтобы влага дольше сохранялась. А пока ничем прикрывать не буду, так как керамзит сильно влажный. И орхидеюшка не привыкла еще к такому, к такой посадке. Пускай пока порастет без мха. Вот такая еще посадочка. И такая у меня реанимашечка есть. Смотрите, она растет у меня в перлите. И она долго растет уже. Это была реанимашечка, она корни потеряла. А сейчас вот корешочек, вот этот верхний, который оставался, он раскуклился хорошо. И вон пустил новый корешочек. Видите, вот в пазухах листика. Такой хороший, толстенький. И с этой стороны, видите? В общем, все ей нравится. Меня спрашивают, как я ухаживаю за орхидейками, которые растут в перлите. Просто вот так внутри водичка. Вот так, если полила, водичка стекает в этот горшочек. А затем я с этого горшочка уберу эту воду. Вот видите, она еще стекает. Это я ее полила перед тем, как снимать видео. И решила показать вам, как я за ней ухаживаю. По-моему, в перлите очень даже неплохо растет эта орхидейка. Но у этой орхидейки появилась другая проблемка. Смотрите, молодой листик долго не рос, а затем вырос. И посмотрите, какой он ужаснейший. Это, оказывается, грибок. Если его оставить в таком состоянии, не трогать, с орхидейкой ничего не случится. А если расковырять, то может пойти заражение на соседние орхидейки, и они резко начнут чернеть и пропадать. И я вот думаю, что с ней сделать. Пока до конца я не придумала, у меня еще мысли. Читаю, вычитываю, перечитываю. И пока моя орхидеюшка наращивает корешочки, как только я придумаю, что с ней сделать. Ну, можно, конечно, зеленкой смазать, Максимом смазать. Ну, не знаю, я думаю, чем мне смазать, как помочь этой орхидеюшке. Ну, вот она пустила новый листочек.
Он очень даже здоровенький и хорошо быстро развивается. А с этой орхидеечкой я буду решать ее проблемы позже. А сейчас я вам ставлю видео, как растут орхидеи у моих родственников в селе. Посмотрите, как они у них расцвели на окошке. И поговорим на эту тему, как за ними ухаживать. Посмотрите, как расцвела чудная орхидейка в домашнем цветении. Сейчас я ее покажу поближе и расскажу, как за ней ухаживают мои родные. Какие корни она воздушные пустила. И вторая орхидейка, это я вид с улицы. Покажу, как на окне она смотрится красиво. Окошко, конечно, не пластиковое, но посмотрите, как красиво она цветет, сказочно. Вот я пришла в комнату, хочу показать, как она красивенько цветет. Посмотрите, корни какие у нее. Она стоит в двойном горшочке, и в горшочке постоянно водичка, мокрые пятнышки. Посмотрите, какие она два цветоноса выпустила. Еще этот цветонос пустил разветвление в разные стороны, цветочка в море. Если бы ее подняли и пустили по арке, она была бы тоже очень красиво смотрелась, но я не вовремя приехала. И вторая орхидейка, а это вообще три цветоноса пустила. Посмотрите, какое сказочное цветение. Смотрите, как красивый цветочек. Это еще сортовая орхидейка, я название не помню. Она четко белый язычок, еще и закрученная. Язычок этот еще и закрученный, такой красивый, на конце красивый. Крапчатость необычная. Красивая орхидеечка. Вот я ее на стол поставлю. Это вот в комнатном освещении. Вот насколько почек, немножко бутончиков засушила. Но эта роль не играет, так как у нее очень много распустилось цветов. Вот она продолжает цвести. Смотрите, какая сказочная орхидейка. И ухаживают за ней просто. Просто вот я привезла в кашпо. Двойное получается горшочек. Стоит в кашпо. И внизу постоянно водичка. Просто поливают сверху. И орхидейка постоянно в водичке. И такое сказочное цветение. Орхидея фирмы Декорум. Три цветоноса выпустила. Старый цветонос засох, который ее был куплен. Это подарила в прошлом году орхидейку. И вот такая красота. И эта орхидеечка тоже вот два цветоноса огромных пустила. Тоже сказочно цветет. Можно было бы ее поднять, было бы вообще красиво. Сейчас попробую поднять. Вот я ее подняла на арку. Посмотрите, что у меня получилось. Вот такая красота. Корней у нее море, море, море воздушных корней. Пересаживать я ее не буду, пусть она цветет. Пересадку я сделаю ей в следующий раз. Это тоже какая-то сортовая орхидеечка. И вот так она себя красиво чувствует. Поверну ее к окошку, как ей нравилось. Вторую поднимать не буду, ей и так хорошо, замечательно, красиво, пусть цветут. Вот так выглядят орхидейки, которые вот я привязала немножко на палочку. Замечательное зрелище. После того, как вы посмотрели видео, решает каждый сам, как ухаживать за той или иной орхидейкой. Ну, вы видите, даже в таких условиях орхидейки развиваются хорошо, потому что орхидея — это крепкое растение, которое выдерживает все. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. До свидания. До новых встреч.